Макс. Заходим в него и посмотрим, что там есть сегодня. Всякие яйца разные-разные для Пасхи. Happy Easter написано. Интересно, будет ли она happy. Люди все на Пасху уезжают обычно на каникулы в жаркие страны позагорать, покупаться. Сейчас все это будет закрыто. Ну, посмотрим. Косметики много всякой. Но это я не буду снимать и тратить на это время. У меня это все, что мне нужно есть. Мне нужен... Ой, какая вся лохматая. Мне нужен чай базилур. Особенный, вишневый хочу найти. И... Что еще мне нужно? Всякие тут ободочки. Клиренс, это вот как раз со скидкой. Серьги. Вот такие я люблю. Вот такие неплохие. Сколько такие стоят? 15 фунтов. Нет, это дорого. Мы сегодня пойдем в Дебихамс. Там посмотрим. Там обычно я покупаю бижутерию. Ну ладно, пошли дальше. А вот Golden Label, это вот как раз такие дизайнерские одежды. Какая-то курточка. Непонятно, какого дизайнера. DC Quart. Окей. Ну, пошли сюда, посмотрим. Мои размеры 14-16. Ну, на меня тут ничего нет. Ну, вот Дольче Габбана. Какой-то пиджачок. Что он стоит? 300 фунтов. Стоит 1480. Маскина. С лимончиками. 150. Это 15 тысяч. Вот такое пальтишко Дольче Габбана. Он симпатичный, кстати. Но не мой стиль. 400 фунтов. 40 тысяч рублей. Так, штаны. Все расцветки не мои. У меня синие, белые. Белые, но они короткие. Очень много всего, очень много, любой вкус и кошелек. Юбки я очень редко ношу, в основном платье, если ношу. Такие вот пиджаки. Что тут еще? Какие-то порванные блузки. Ладно, пошли дальше. А вот еще пиджачок. Синенький пиджачок для меня. Прямо на мой, на меня. 14. MSGM. Что это за фирма? Такое MSGM Milano. А, итальянская. 90 фунтов. Ну, по качеству ткань не очень. Она такая холодная. Хотя мне на лето как раз. Я люблю холодные ткани. Раз, два, три раза скинули, еще в магазин не поступил.
50% скидка как минимум. Платье от Армани стоило, даже не знаю сколько, а теперь 19. На штаны надела. Надела на штаны. В принципе, оно нормально, как бы, если штаны снять. Живот надо подкачать. Но проблема в том, что тут такое пятнышко. Вот такое. А так платье хорошее. Армани. Ну там не достигнула. Окей. Так вот, майку я взяла спортивную Calvin Klein. За 16. Ну потом покажу. Хорошая такая резинка внизу. Мне понравилась. Что он всегда поднимается. Майка. А тут. Вроде бы на резинке держится, а сзади спина такая голая. Ужас, короче говоря. А спереди ничего. Была такая майка и сзади. Макс? Нет, не моё.